Продолжаем. Поток переселенцев, которые пытаются пересечь Средиземное море и достичь берегов Италии, достиг рекордных значений. Чтобы его пресечь, Великобритания направила ракетный эсминец к Ливийскому берегу. Корабль должен прибыть к месту назначения в ближайшие дни. Ранее Греция закрыла свои границы для нелегальных мигрантов, поэтому основным направлением для беженцев стал маршрут через Ливию. Только за прошлую неделю береговая служба Италии подобрала 13 тысяч человек. Они получили заветное убежище. Всего за год более 100 тысяч человек воспользовались этим путем.